распаковка посылки. Такая вот колобуха. Даже с гордым Intel Inside Lenovo. Это тут то ли ноутбук, то ли моноблок был. В общем, прислали мне матрицу с Авито. Как пошутил мой один друг, странный продавец со странным именем Срук. Вот надеюсь, что не окажется именно таким Сруком, как в видео ассоциации сервисных центров бывает. Что купил человек на Авито ноутбук, а лучше бы не покупал. Посмотрим, как будет тут. Коробочка прикольная, кстати, на самом деле. Пригодится даже само по себе. Наклеечку Intel Inside я постараюсь отклеить и где-нибудь применить. Вот, какие-нибудь крепления. Да, тут, похоже, действительно был какой-то моноблок или ноутбук. Ну, купольки не пожалели, это уже хорошо. Потому что почта России, это почта России, а матрица это вещь хрупкая. Так что уже спасибо продавцу со странным именем Срук. Ну что, вот, достаточно неплохо упакована матрица. Сейчас буду смотреть, надеюсь, не разбита. Потом буду устанавливать и надеяться, что она еще и работает. Так, момент истины. Первое. Так, надо сравнить со своей. А от моей она отличается просто очень сильно дофига. Надо посмотреть, может быть, удастся переставить вот эти все крепления. Но это никто не гарантировал. Да, она отличается очень сильно по креплениям. Разъем вроде бы схож. Да. Ладно, буду пытаться устанавливать. Все равно других вариантов нет. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.